мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель. В настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, значит, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Данную военную специальную операцию набираются граждане, прошедшие службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением...